Для грешной плоти легче стало все растать, а души чистоты я не похочу. Как скоро поиски мелькают за окошком, мы не нашли мудрости прошедшего пути. Вернуть бы все, исправить хоть немножко, и у меня прощения попросить. Наши родители стареют и уходят, и мы становимся на их места. И редко сознаем, мы там выходим, вдали от Бога, от счастья без места. И редко сознаем, мы там выходим, вдали от счастья без света, без места. Много и пустого, мы прославляли Господа Творца. Зато нас маски одели без разбора и ограничили ходить во все места. Зато надели нас маски без разбора и ограничили ходить во все места. Коронавирус поражает всех бесплодных, псалом 90-й не работает для них. Люби ты Господа Христа, твоего Бога, чтоб ветер страха навсегда утих. Не важно, что мелькает за окошком, спешит ли исповедать все грехи. Господь силен исправит даже в прошлом, поможет крест нести до ворот войти. Не важно, что мелькает за окошком, спешит ли исповедать все грехи. Господь силен исправить даже в прошлом, поможет крест нести до ворот войти. Нынешняя Турция, currently it's Turkey, где Господь начал создавать where the Lord started свою церковь, to create his church. Потому что Господь сказал, когда увидите все происходящее, бегите в горы. Because Jesus said, when you see также у пророка Иезекииля есть, что я вас переселю за Дамаск, на север. And prophet, то, что Господь сказал, то и сбылось. Так же само это напоминает, что здесь, вот смотрите, я такую карту сделал. Вот интересно, 7 континентов. Seven continents. Оно похоже, если перевернуть, то вот сейчас Дух Святой везде на 7 континентах. Начало было здесь, а тоже вот похоже. Right now, смотрите, если перевернуть, то мы смотрим вот послание к семи церквям. Это Господь посылал на то время. As we look to the seven churches, if it was the seven spirits. На каждое время, в каждой столетие.
Every 100 years. И сейчас нам в 21 веке, в 1 веке и в 21. And now in our time, the 21st century. Но также Господь говорит нам индивидуально. Аминь. He speaks to us individually. Вот это, я хотел вот это вам донести. И мы каждый себя проверяем, мы будем это потом смотреть в главе 2 и 3. В следующее воскресенье будем это читать. Но здесь я хочу вам... И говорит, от семи духов, находящихся перед престолом. Благодать вам от того, который есть, был и грядет, это от кого? От Иисуса Христа. И от семи духов. Представьте только от престола, где престол, где это, из семь духов Божьих, да, от семи духов. Это вот полнота, полнота, это Христос имеет, который эти семь духов Божьих. Исаия говорит об этих семь духов Божьих. Here it says from the seven spirits who are before Исаия the throne. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead. Но опять здесь также пишет, что и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбивший нас и омывший нас от грехов наших кровью своей. It also says that Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead and the ruler of kings on earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. Владыка царей. Каких царей? Ruler of kings. What kings? Думаете, Байдена, то Путина, ну или разных, но он сказал, что он посадил вас царями и священниками. Потому что здесь в 6 стихе написано, и садил вас, нас царями и священниками Богу и Отцу Своему славу и державу веки веков. Вы народ избранный, взятый в удел, царственное священство. You are royal priesthood. Вы должны понять, что то, что сатана своровал у Евы, у Адама, Господь вам все это возвратил обратно. Аминь. Вы должны не позволить дьяволу обмануть вас. Обратно. Когда он приходит и говорит, я царственный священник, я народ взятый в удел. Я дитя Божие. Я сын Божий. I'm a son of God. Я дочь Божья. I'm a daughter of God. Через Иисуса Христа. Through Jesus Christ. Amen. 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 Я хочу, чтобы это откровение пришло вам в сердце. I want this revelation to come into your heart. Посеялось хорошее на хорошую почву. That it could be planted. Чтобы сатана никогда не мог вырвать оттуда и не мог вытащить, чтобы вы были укоренены в этом слове. You could be grounded in this word, in this truth. Что вы соделаны царями и священниками Богу Отцу Своему славой и державу веки веков. Аминь. That he has made us into a kingdom and priest to his God and Father. To him be the glory. Господь также нам говорит, Он говорит нам хорошую новость. Все гряду с облаками. He also tells us the good news. И узрит его всякое око. He is coming with the clouds. И те, которые пронзили его. Even those who pierced him. И возрыдают пред ним все племена земные. Иисус это говорил в 24 Матфея. После скорби дней тех, солнце померкнет, луна не даст света, звезды спадут. Все, скорби уже прошли. А потом говорит, что будет какое-то знамение после скорби. И потом все увидят Иисуса Христа. Также это первое деяние апостолов, когда ученики Христос ушел с облаками. Они смотрели на облака, смотрели на небо, уже никого нету. Говорит, мужи, что вы стоите, смотрите? Тот же Иисус придет с облаками, силою славою, с ангелами, со всеми святыми. 1 Коринфянам, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, что Бог, говорит, приведет с ним всех святых. Представляете, это будет такая красота. Многие говорят о восхищении, но не подозревая, что один стишок, вот это 4 Фессалоникийца, 1 Фессалоникийца, 4 глава, 17 стих. Многие проповедники убивают этим стишком, что это восхищение,
Там говорится о встрече на облаках. И там говорится, когда вы восхищаетесь, вы когда увидите это все, когда Христос пришел со всеми святыми, и вы увидели Христа, вы что будете делать? Вы будете восхищаться. Наш Господь наконец-то везде пришел. Он уже не то, что говорит, что я восхищу, я заберу. Он говорит, все грядут. 1045 раз, в Старом Завете 772 раза и где-то 300 с чем-то раз в Новом Завете. Говорит, приду, гряду. Для чего? Для чего воскреснут мертвые? Для чего мы поднимемся в мгновение ока? Для того, чтобы царствовать со Христом. Написано у Даниила 7 глава, царство этого мира, он говорит, соделать царство Божьим, и будет передано царство святым его. In Daniel chapter 7 it says that he will take his kingdom and this kingdom will be given to his holy. Сатана будет связан на тысячи лет, чтобы больше не прельщал народы. That he will no longer deceive the nations. И он говорит, здесь Иоанн. And John mentions here. Все грядет с облаками и узрит его всякое око. And behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him. И здесь Христос говорит в восьмом стишке. Восемь это говорит о infinity, eternity. Here Jesus talks about in verse 8, it means eternity. Я есть альфа и омега. I am the alpha and the omega. Вот почему опять восьмой стих говорит о альфа и омега, начало и конец. Бесконечность. Начало, как говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель. Who is and who was and who is to come, the Almighty. 9. Уже сам Иоанн говорит. Я, Иоанн, брат ваш, соучастник, скорби. В царстве и в терпении Иисуса Христа был на острове, называем Патмос. За Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. I, John, your brother and partner in the tribulation and the kingdom and the patient endurance that are in Jesus, was on the island called Patmos on account of the word of God and the testimony of Jesus. Многие думают, что он был на небе, но здесь я сам говорит, 10 говорит, я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос. Many think that John was in heaven, but he says that he was in the spirit on the Lord's day and he heard behind him a loud voice like a trumpet saying. Значит, он свидетель за себя, что он был на острове Патмос. So he's testifying that he was. Кто-то когда-то такое имел, что он был в духе? Has anyone else ever been in the spirit? Ты как не на небе, но почти что на небе, да? You're almost like in heaven, but ты в таком благодати находишься, you're in this, и хочешь находиться там всегда. You're in this grace, and you're но Господь говорит, Петя, еще не время. Если в этой благодати находиться, то ты тогда уже вообще ничего не можешь делать. Ни труд, ни работать, this, ничего не можешь. A pleasure, then you won't be able to do anything else. Господи, я только вот хочу пребывать в присутствии Твоем, хочу только на вот в Твоем присутствии пребывать. Это такое, это. I know you just want to say, Lord, I just want to be in Your presence. Быть в духе, вот с Господом, все иметь общение, это. To be with the Lord and have fellowship with Him. Когда-то Петр Мамонов, это в России было. Он много сыграл, как сказать, актер. Был актером. He was a famous actor in Russia. И он уже отошел к Господу. He left to God. Он говорит, я перепробовал наркотики. He said he tried everything. He tried drugs. Все, что есть в этом мире, говорит, перепробовал, но. Everything in the world he tried. Говорит, когда наполнил меня Духом Святым Господь. Said, but when I get filled with the Holy Spirit. Этого нет лучше такого, как хайф. There's no better high than being filled with Him. Наш Давид, царь Давид, был наполнен таким Духом Святым. King David was filled like that with Он говорил, Господи, не забери от меня Духа Святого. He kept saying, Lord, don't take Your Spirit away from me. Он знал, что такое. He knew what it is. Когда Дух Святой отходит. He knew what it is when the Holy Он видел Spirit это в Сауле. He saw that in Saul. Это состояние, и вот когда мы имеем вот Дух Святой, Дух Божий. When we have the Holy Spirit, when we have the Spirit который of God, Отец нам дал и послал нам Духа Святого, который Духа Сына Своего, который в нас, и Он говорит, Абба, Father, Абба, Отче.
И вот здесь я хочу поделиться, смотрите, так у меня сколько, 2:27, да быстренько, мне надо, чтобы, потому что у нас еще один наш проповедник, брат Владимир, я буду сейчас уже быстро, быстрее, да. И говорит, я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящие в Асии, Ефесии, Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сердис, и в Филадельфию, и в Лаодокию. Write what you see in a book and send it to the seven churches, to Ephesus and Smyrna and to Pergamon and to Thyatira and to Sardis and to Philadelphia and to Laodicea. Все эти названия не просто так взяты. These names are not there by accident. Все эти названия имеют значение. All these names мы как будем это проходить. Что значит и Эфес, и Смирна, и Пергам, и Фиатира, и даже сама Асия. И говорит в 12 стихе, я обратился, чтобы увидеть, чей голос говоришь со мной. И обративши, увидел 7 золотых светильников. Иисус обратился, посмотрите, кто с ним говорит. John turned around and saw who was talking to him. Чей голос говорящий со мной? That what voice was speaking to me? И сначала он видит это 7 золотых светильников. And first he sees the 7 golden lampstands. И посреди 7 светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченному в подир, и по персям опоясан золотым поясом. And in the midst of the lampstands, one like a son of man, clothed with a long robe, and with a golden sash around his chest. Вот, представьте своего Господа вот сейчас. Just imagine your Lord right now. В белом. And clothed in white. Подили, это священник. The clothing of a priest. Наверное, вы видели, да, такое чисто белое, такое красивое одеяние, опоясанное золотым поясом. Covered with a golden sash. Голова его и волосы белые. The hairs of his head were white like white wool. Смотрите, как Иоанн передает нам образ Иисуса Христа. Look how John is giving to us the image of Jesus. Голова его и волосы белые, как белая волна. The hairs of his head were white like как white wool, снег. Like snow. И очи его, как пламя огненный. His eyes were like a flame of fire. Представляете, это, you imagine that? Это посмотри, это только так представить, какое вашего Господа представьте, you just imagine, да? Your Lord like this. Такой красавец, царь наш, да? Господин наш, king, Мисса, Мессия, пастырь наш, да? Аллилуйя! Наш Господь, я... Я жду. Моя семья ждет. Я думаю, вы все... Thank you all for waiting. Мы все устали на этой земле. Think we're all tired on this earth. Земля устала. The earth is tired. Небеса устали. The heavens are weary. Птицы устали. The birds are weary. Рыбы устали. Животные. The fishes are weary. The animals. Они ждут. They're all waiting. Возвращения. The returning. Я не знаю, кто-то ждет или нет. I don't know if anyone else is waiting or not. Когда Давид Вилькерсон говорил, when David Wilkerson said, кто-то последний раз, знаете, 22-е откровение Иоанна, откровение Иисуса Христа. Chapter 22 of Revelation. И он говорит, и дух, и невеста, говорит, гряди. John says, the bride and the church says, Lord, come. The spirit and the когда мы последний раз мы говорим, Господь, мы хотим, чтобы ты пришел, гряди, Господи, и гряди, Господи. Вот, и дух, и невеста. Когда мы уже все едино будем говорить, что мы хотим, чтобы Господь пришел. А многие еще говорят, да, я хочу, чтобы мои дети еще там выросли, университет пошли, выучились, там еще что-то там. Ну, все, лишь бы только, чтобы Христос не приходил. Лишь бы только заниматься своими еще делами здесь, на земле. И вот когда мы будем той церковью, которая в дух,
и дух, и невеста. Знаете, это будет, church, like это будет такой, так, на земле. Like у всех церквей, которые earth, будут говорить. И дух, churches, и невеста будут говорить, гряди Господи. Say, и что он говорит? И ноги подобно хариваму, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Хариван, что это такое? Это медь. Такая, как зеленая, знаете, как есть на крышах такая медь, когда переплавится, красивая такая она становится на крышах, знаете. И вот это, если перевод Халикаривана, что вы, как с печи выходит, и это такие, да, ну, как крепкие такие ноги, такие как медно, с огнем, знаете, так красиво перемешаны. A bronze is like a... Не, медь. Капор. Как раскаленные печи, и голос его, как шум вод многих. Представляете, такой голос, шум многих, такой водопад, да? Представить, когда Господь говорит. His feet were like burnished, он держал в десницы свои семь звезд, и из уст его выходил старый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Refined in a furnace, and his voice was like the roar of many waters. In his right hand he held seven stars. From his mouth came a sharp two-edged sword, and his face was like the sun shining in full strength. Он держал семь звезд, he held the seven stars. И из уст выходил острый, обоюдный острый меч. And from his mouth came a sharp two-edged sword. Что это за меч? Это слово Божие. What kind of sword is this? It's the word of God. Лицо его как солнце. And his face was like the sun. Сияющий в силе своей. Shining in full strength. Вы, наверное, читали, когда что если Господь придет, то и солнце померкнет, и луна, все померкнет при приходе нашего Господа Иисуса Христа. Да? И что Иоанн, когда увидел это, говорит, и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний. Может послать, написано, что вы иногда можете принимать ангелов. Странник пришелец. Правильно, если посмотрите, не пропустите странника пришельца, потому что do not neglect doing good for many. Или ангела, а может самого Господа. Encountered angels without knowing it. Maybe it's an angel. Помните, когда Содом и Гоморра должны были сожжены быть? Remember Sodom and Gomorrah? Там было трое. They had to be born. Двое пошло ангелов, а один остался кто? Господи Боже, с Авраамом сам остался Господь. И с ним говорил, он говорит, не скажу ли я рабу моему Аврааму, что я буду делать. Представляете? И вот он не пропустил, Авраам ждал. Abraham was waiting. Ждем ли мы тоже Господа? Do we wait for the Lord? И он, вы знаете, закалите самое лучшее. Приготовьте самое лучшее. Abraham said, prepare the best. The best meal. The best meal. Yeah, he knew that he knew this is God. Он знал, что это Бог. He came to visit him. Он пришел к нему. He had a revelation. This is God. Его было откровение, что это сам Бог. Иисус хочет также быть в каждом из нашем доме, как Лука 19 глава. Христос говорит, я хочу быть сегодня в вашем доме. Jesus told him, I want to be in your house today. И многие говорили, это такой грешник, и пьяница, и нечестивец, и такой. And many talked about Zacchaeus, that he was a drunkard and he was unclean. He was tax collector, ну этот как его, как у нас по-русски сказать. Ну, которые снимают налоги, налоговые, сборщик, да, налоги, да, поборщик налога. Все его ненавидели. Everybody hated him. И говорили, как, если бы Иисус знал, если бы он был бы пророком, если бы он был Господом, если бы он был это, то он бы знал, к кому пришел. И на Иисуса тоже говорили, и на Ян пришел, и не пьет, не ест, и в нем бес. И пришел, говорит, Сын Человеческий, ест и пьет с мытарями грешники, и тоже в нем бес. They would say that людям многим не угодишь. You can't please everybody.
Но каждому Иисус обращается и говорит: сегодня я хочу быть в твоем доме. But to each Jesus speaks and says, today I want to be in your home. Как у самаритянки, он еще ей не сказал, она бы имела шестого уже мужа. Like the Samaritan woman, she would have had a sixth husband by then. Ее Иисус не укорял ничем. But Jesus never insulted her. Она была первая проповедница. She was the first to preach, the first послали свой город. Пошла, побежала, говорит, и she этот человек said, рассказал все про меня. This person told me everything about me. Но он ей ничего не сказал, что ты такая, всякая, плохая. But he never judged her or insulted her. Другой женщине сказал: иди больше не греши. To the other woman, he said, go and sin no more. Иисус поступал по-другому. Jesus acted differently. Он не манипулировал, не контролировал. He never controlled or manipulated. Free will. Давал каждому. He gave free will. Каждому прийти к Богу, как сказать, free will, как по-русски перевести? А? Право выбора. Каждому Бог дает право выбора. Сатана хочет заставить. Манипулировать, контролировать, а Христос дает право выбора каждому из нас, и у Него ключи от ада и смерти. Амин. Вот я заканчиваю, будьте благословены этим словом, и начните читать Revelation, чтобы мы вместе, может что-то вам Бог открыл. Давайте вместе больше перечитайте опять эту главу, может Бог еще больше вам откроет. Read this chapter again, maybe God will reveal more. В следующий раз будем говорить о глава 2 и 3. Next time we will study chapter 2 and 3 about the overcomers. Христос хочет показать, что вы будете, что вы были победители. Будем говорить о победителях. God wants не просто, как говорят по-английски, лузерах, да? Not about как, но по-русски как сказать, те, которые неудачник. А он говорит, хочет, чтобы мы были победители. But he wants us to be overcomers. Аминь. Будьте благословенны.